на премии Ирина Ортман. Какая у вас сегодня была номинация? Сегодня особенная и очень, наверное, важная для меня номинация. Я была отмечена как лучший альбом авторской патриотической песни. Действительно, в прошлом году у меня вышел EP-альбом под названием «Жена офицера», коей я являюсь. Это автобиографичная практически история, потому что действительно каждая песня, она написана для меня и пропитана любовью к родине. Опять-таки месяц май, и как раз очень символично, да, патриотическая песня и ваша история, это, конечно, очень интересно. А у вас какие вообще ваши любимые песни, вот из всех ваших хитов, какую еще можете отметить? Не знаю, песни как дети, нельзя как-то разделить. Все песни, которые я исполняю, я их все люблю. Но вот именно от этой песни, которую я сегодня исполнила под названием «Мамины сны», у меня каждый раз, сколько бы я ее ни пела, у меня бегут мурашки. Да. Слов, действительно, слова очень проникновенные. Если есть мурашки, то и у зрителей вдвойне мурашки. Очень надеюсь. А подскажите, может, возможно, у вас будут какие-то творческие еще исполнения с другими молодыми, перспективными нашими талантами? Пока таких планов нет. У нас группа Тутси воссоединилась, много планов, съемки клипа, записи новых песен, гастрольный тур. То есть у нас достаточно все очень плотно. Ну и помимо этого мы, конечно, еще каждая самостоятельно работает из девочек. Поэтому о дуэтах пока речи быть не может. Когда ждать ваши сольные концерты? Я планирую квартирник сделать летом, в конце, наверное, июля, скорее всего, а большой концерт, я думаю, что осенью сольный обязательно сделаем. А группа Тутси когда, в какие города, регионы России приедет? В ближайшее время мы едем в Чебоксары 12 июня, ну а дальше следите за нашими афишами. То есть сейчас многие города России приедете с вашим творчеством? Ну, я думаю, что да. Надеюсь, что наконец-то концертная деятельность у артистов стабилизируется и будет все гораздо радужнее. Да, и у нас был еще такой вопрос. Почему вы не пошли в модели? Такая красавица. Ну, во-первых, мой рост. Я маленькая. 1,162 м. Ну, и как-то я с детства пела. Ну, фото присутствует всегда в моей жизни. У нас очень много фотосессий, связанные с нашей профессией, работой. Вот. А какие журналы, возможно, издания вас отмечали? Вы попадали на обложки? Нет, меня никогда никто не отмечал. На обложки попадала, но у меня нет такой цели. Я пою песни, и для меня это самое важное. Общаться со своим зрителем посредством музыки. Тогда будем ждать новых хитов, чтобы были в хит-парадах, чартах, на первых строчках, да. Творческих удач и больших еще побед в этом направлении. Благодарю. Будьте счастливы всегда. Ваша Ирина Ортман. Пока.